Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодняшний наш небольшой обзор будет о калитках, а именно, какую калитку стоит выбрать. Как известно, калитка – это та самая часть ограждения, которая несет не только защитные, но и декоративные функции. Вариантов множество, так на каком же остановиться? Рассмотрим разные варианты на предмет красоты, долговечности, цены и практичности. Конечно же, самые красивые калитки – это кованые. Роскошный внешний вид, индивидуальность, выбор идеи исполнения на ваш вкус – все это прокованные калитки. И немаловажный фактор надежности и прочность. Обратная сторона медали – очень высокая цена и долгое время изготовления. Дешево и сердито – это про деревянные калитки. Выглядит симпатично, легкие установки. Можно при наличии инструмента соорудить даже самостоятельно. Но главный минус – недолгий срок службы. При установке такой калитки вы должны понимать, что это, во-первых, ненадежно, во-вторых, выглядит, конечно же, не так эстетично, как прочие виды входных групп. Самые долговечные калитки – это калитки из металлопрофиля, обшитые штакетником или профлистом. Они достаточно просты в установке, надежны и неприхотливы в обслуживании. Единственный недостаток – металл подвержен коррозии. Но, впрочем, своевременный уход продлит на долгие годы срок службы данного изделия. Не забывайте вовремя подкрашивать поврежденные участки и следить за состоянием вашей калитки. В любом случае, устанавливая калитку, в первую очередь опирайтесь на собственные пожелания, ну и, конечно, здравый смысл. На сегодня это все. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!